Меня зовут Сымбат, мне 16 лет. Я проживаю в Казахстане, точнее в городе Семей. Почти 50 лет у нас действовал ядерный полигон. Именно по этой причине в нашем городе много пострадавших от ядерных испытаний. У некоторых происходят генетические изменения. Новорожденные имеют пороки развития, а кто-то стал инвалидом на всю жизнь. Полигон был закрыт 21 год назад. Но мы должны знать, что принесли региону эти долгие и мучительные годы. Хочу, чтобы во всем мире царило спокойствие, благополучие и мир.